сейчас пройдем по Москве немножко, покричим. Понятно, что я не жду внезапной революции. Я провожу время с товарищами бодро, весело, антибуржуазно, антикапиталистично. Так, как мы любим, так, как мы все привыкли. Здорово. А в будущем насколько эффективны такие мероприятия? Практически неэффективны. Это скорее дань традиции. Такой смотр тех, кто не боится. Мне дают флаг. Это я уже понял. С какого хуя? Че, их не заявили или что? Я не могу понять. Я в мусорской башке, что ли, нахожусь? Как-то. Никогда не заявляли, всегда было нормально. Короче, народ, объявление такое. Ходить без флагов западло. Сейчас едем на место митинга. На месте митинга разворачиваемся с флагами, растяжки и все такое прочее. Митинг начинается в 14:30. Короче, РРП как бы сказал, РРП, там 4 человека, они отправляются на митинг, остальные все идут без флагов. Без флагов мы ходить не будем. Мы не будем все. У тебя какие претензии к капитализму? Лично у тебя есть? Лично у меня есть. Потому что он создает нездоровую конкуренцию в обществе. Оставляет людей драться с собой постоянно. Причем не по правилам. Можно несанкционированную акцию провести, любую, вон, блядь, бог с весь бабку, схуярить ему, блядь, все, блядь, как бы. Антикапитализм, антикапитализм, заебись, бля, ВТБ тоже, как бы. Почему бы и нет, вот хоть сейчас. Вот мы знаем, что 2 часа здесь площадка будет считаться свободной, и суть имеет право и претензии по месту нахождения. Поэтому просьба определиться до 2 часов. Уважаемые друзья, спасибо. Товарищи нацболы, кто сыт, тот гибнет! Значит, инспекторы ДПС сюда пришли. Я понимаю, что сейчас тотальная несправедливость творится. У меня и в той системе были отдельные, скажем так, претензии. Но современную ситуацию, современную, в общем-то, нам систему я не воспринимаю в корне. И считаю, что она не может быть изменена. Я считаю, что она должна быть полностью уничтожена. Революция! 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 На митинг. Да, съемка пошла. Товарищ Песовский ноет и не хочет идти на шествие коммуняк. А так его уже нет шествия. Митинги коммуняк – горе для нацболов. Да. Сегодня была полностью зашкварная, смешная акция. Это агония, марш антикапитализм. И какую между акцию, которую когда они пошли, вот это? Ну вот это шествие, да, то есть как бы самый худший антикап за все годы. И, короче, как говорил Лимонов, все. Теперь мы просто, не мы ходите, просто переходим на захват банков, то есть просто. В конце концов, это хотя бы деньги. Да. Да, то есть все. Вот мы сейчас вот скажем два слова на три буквы и пойдем. Да, Дениса, да не пойдем. Завоеваны кровью в 1905 году, в 1917 году, в 17-м, нашими предшественниками. Немногие знают уже, хотя раньше это учили в школе, что еще в конце 19 века, например, ограничений на рабочий день не было вообще. Товарищ Раймонди, что ты докопался до капитализма? Капитализм – дерьмо. Ну, собственно, дерьмо, которое убивает города, убивает страны, убивает людей. Капитал! Гоу! Капиталист! Глист!
Не стоит забывать, что наша социальная база левого движения, это все-таки рабочий класс. И наша задача, как левых, как коммунистов, в первую очередь заботиться об интересах рабочего класса. Да нихуя мне капитализм не сделал. А ты ему что отобрал сделал? Отобрал благополучную жизнь. Так. Вот, выжил я в этой жизни благодаря корпорации Ролтон, Доширак и прочие дешевые продукты. Долой! Долой! Общество, где плёвы, широкоплоты, коммунибалы и дураки. Дураки, которые любят заниматься безосновательными унижениями, оскорблениями, насилием. Долой! Долой машину насилия! Чё капитализм лично не тебе сделал? Не поводили мы с тобой толпу? Нация, война, свобода! Нация, война, свобода! Нация, война, свобода! Наше имя Эдуард Лимонов! Наше имя Эдуард Лимонов! Наше имя Эдуард Лимонов! Я просто нищеброд. Я ебал, я, блядь, все время все декапитализирую. Я ворую магазин, у меня нет денег. Трахала я эту систему, эту сюда. Здесь рабочий человек не может заработать, представляешь? Он может только быть рабом. Спасибо. Наше отечество сверхчеловечество! Наше отечество сверхчеловечество! Наше отечество сверхчеловечество! На красный вперед! На уличный бой! Я, бля, рабочий, транспортный рабочий! Дай сюда свой доллар, это доллар мой! А не закроешь рот, заклеен будешь скотчем. Где мои деньги?